Всем привет! Вы попали на канал Hartress это Info, и в сегодняшнем ролике я вам расскажу, как сохранить публикацию в приложении Threads. Итак, переходим в приложение Threads, выбираем понравившуюся нам публикацию, прекрасные песики, нажимаем на три точки сверху и нажимаем сохранить, после чего нажимаем насмотреть все и переходим к нашему архиву сохраненных фотографий. Если это видео было для вас полезным, оставляйте ваш отзыв в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки и еще увидимся.